Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами по программе мастер-класс ромашки. Итак, чтобы сделать вот такую ромашку, нам понадобятся желтые нитки, белые нитки, хлопковые и рис, крючок номер 1,50, ножницы. Итак, приступаем к работе. Делаем круг амигуруми. На указательный палец перематываем ниточку, захватываем крючком ниточку. Это у нас круг амигуруми. Делаем вот так. И потом 5 раз столбик без накида. Раз. Два. Три. 4, 5. Тянем вот за эту ниточку, кончик ниточки. Сделали. И вот сюда. В одну петельку по 2 раза. Второй круг пошли. Столбик без накида. И сразу прячем кончик ниточки. Вот я связала 2 ряда столбика без накида сердцевину ромашки. Сейчас мы вяжем листочки ромашки. Присоединяем белую ниточку. Я делаю это вот так. И сразу провязываю кончик вот такими движениями. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И сейчас, вот видите, я 15 провязала. И сейчас следующую петельку вставляем и провязываем столбик без накида. Вот так. И также дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. И в следующую. Вот у нас следующая петелька. Вставили и провязали столбик без накида. Вот я связала листики из 15 воздушных петелек. Сейчас мы обвязываем. Можно так оставить, но красиво, когда обвязываем. Обвязываем столбиком без накидов. Вот этот один листик, 23, получается, столбиков без накида. 23 раза. Это делается вот так. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. И делаем следующее движение вот такое. Сразу переходим к следующему листику. Захватываем крючок, ниточку и делаем столбик без накида. И также 23 раза. Вот я обвязала листики ромашки. И последние прячу, вот так делаю. Захватываю нить, протягиваю. Делаю еще одну воздушную петельку. Отрезаю ниточку. Затягиваю. И прячем хвостик.
Желтую ниточку прячем также. Такими движениями захватываем, продеваем. Захватили, продели. Кончики отрезали. Вот такая ромашка у меня получилась. И до встречи на следующих видеоуроках. С уважением, ваша Кристина.